الله أكبر الله أكبر. Ковчег пророка Нуха известен еще как сам пророк Нух известен как Наджуллах, спасенный Всевышним. И в ковчеге, построенном пророком Нухом, нашли спасение все, кто желал спастись, все живые существа. И ковчег является не только средством передвижения в пространстве, он является также средством передвижения во времени. И там, где этот ковчег остановится, причалит, там это место получает божественное благословение. Много лет назад, когда мне было всего 40 лет, я начал проектировать мечеть Кушери в Казанском Кремле. И она сейчас там стоит и радует людей. Сегодня мне 66, и я благодарен Всевышнему, что имею возможность проектировать новую соборную мечеть для нашего города. Это большое счастье для меня. Хайя аля ссала. Хайя аля ссала. Allah.